пас на Калуччи. И снова Джекирини с мячом. Хороший пас на правый фланг. Наброс штрафную. Богдани головой. Удар и гол! Вот вам и Чезена. Вот вам и Богдани. 1-0. Чезена выходит вперед в матче против Милана. Какая хорошая комбинация. В исполнении хозяев великолепно разыгран мяч. Джекирини, отличный перевод на правый фланг. Великолепная подача Чиккарелли. И Богдани, как заправский центр-форвард, классный центр-форвард сыграл. Как классный центр-форвард сыграл Богдани. Опередил защитника и послал мяч головой в дальний угол. Великолепная комбинация. Не браво Чезена. Ликует стадион. И по делу, все по делу. Чиккарелли, конечно, грамотно сыграл. Не менее грамотно сыграл Богдани. Но вопросы по защите Милана остаются. Потому что, конечно, когда на углу штрафной защитник... Сейчас удар с дальней дистанции Лука Антонини носил. Когда защитник соперника получает мяч на углу штрафной. И уже в штрафной. И спокойно переводит мяч в центр. Здесь, конечно, вопрос как раз к Антонини возникали. Почему его оппонент так легко получил мяч, обработал и перевел его в центр на Богдани.